День добрый, уважаемый зритель. Сегодня хочу показать разборку ножа MKM Knives Club. Фактически нож сделан на мощностях Line Steel. По дизайну бобот разволы. Мой вариант с оливковым деревом на рукояти. И со сталью М390. Также есть интересная фича на ноже. Съемный флиппер для сильно толерантных стран. В разборке буду использовать отвертку Бекер плюс Виха. И на всякий случай держу под рукой Виха Xiaomi. Ну что ж, будем посмотреть. Посмотрим, что там будет без флиппера. Вот так выглядит флиппер, плавник флиппера. Отложим. Вот так нож выглядит без плавника. Открыть его одной рукой теперь несколько уже неудобно будет. Я думаю, невозможно даже. Продолжим. На винтах присутствуют следы синего фиксатора резьбы. Винт магнитится, но очень слабо. Для винтов рукояти использовал Т6, для осевого Т8. Осевой винт тоже магнитится, торкс, но не так сильно. Оп, да. Под накладкой из оливкового дерева мы видим еще два торкса. Вот так выглядит накладка с внутренней стороны. Кольцо на осевом, судя по всему, титановое, не магнитится вообще. Ланеры стальные магнитятся. Никаких следов фиксатора резьбы на внутренних торксах нет. Лайнеры заполированы. Приятно, но бессмысленно. Снял внутренняя сторона лайнера. Есть вырез под подшипник.
Тоже все заполировано, все грани скруглены. Никаких следов ржавчины или там побежалости каких-нибудь нет, все отлично выглядит. Подшипник похабненький, спейсер немножко магнитится, очень слабо магнитится, может титановый сплав какой-то. Гонка снимается, остается втулка, в которую вкручивается уже торкс. Стопор встроенный. Вот там видно отверстие. Стопорная гонка стоит в нем. В этом отверстии, и вот так вот примерно тормозит. Так себе схема на самом деле. Слишком много отверстий, да, в клинке не находите? Здесь лайнеры также все скруглены, все ровно и хорошо. Не очевиден мне пока конструктив клипсы, не могу понять. Нет, спейсер не магнитится вообще, видимо, тоже титановый. С этой стороны мы видим какую-то клепку, назначение которой мне абсолютно непонятно, не ясно. Как снимать клипсу, тоже совершенно не ясно. С этой стороны вроде как втулка. С этой стороны заглушка. Интересно. Ну, собственно, вот. Добавить тут нечего. Непонятно, как снимается клипса, потому что тут заглушка. С этой стороны втулка. Можно было бы подумать, что клипса расклепана, но не совпадает. Ладно, будем собирать в обратную сторону. Для каких целей нужна вот эта? Нужно вот это технологическое отверстие в клинке. Я так и не понял. Так же, как и не понял, для каких целей нужно вот это отверстие в лайнере. Но я не инженер. Наверное, им виднее. Также непонятно, для чего нужно вот это отверстие. Спейсере. Для чего нужны эти отверстия? Может быть, унификация производства, и они нужны будут для карбоновых, там, титановых накладок рукояток. Других объяснений я не вижу просто.
Затянул осевой клинок, сразу стал по центру. Затянул, собрал, никаких проблем нет, все встало на свои места, клинок по центру, все работает, все хорошо. Резюмирую, Маньяга Knife Makers Club со сталью ИМ-390, интересным гриндом, который имел бы смысл, если бы было разное сведение в этой части и в этой, но он сведен примерно одинаково. Дизайн ножа знаменитого нафмейкера, папы тактических ножей Бобот Разволы, фурнитура, клипса, спейсер титановые, в моем случае оливковое дерево на рукояти, стальные лайнеры, съемный флиппер, если кто-то любит что-то более классическое. Очень удобно лежит в руке. Из завода и после переборки механика была и сохранилась отличная. Ножик я в принципе могу советовать, если найдете не распродажи, не за полную стоимость, а с хорошей скидкой, то очень можно брать. Приятный, очень приятный нож, очень приятное создается ощущение при юзе. Ну и для сравнения размеров. Benchmade 520 Presidio. Крис Риф Умнузан. Умнумзан. Спасибо за внимание.